Продолжается конференция по ритейлу в городе Алматы и Казахстана. Рядом с нами находится Анна Гашкова, коммерческий директор торговой сети Елисей, Екатеринбург, Урал. И мой первый вопрос. Анна, что вы для себя хотите получить от этой конференции? Мы являемся участником франчайзинговой сети «Хороший выбор» второй год. Поэтому в целом стратегия и те бизнес-процессы, которые существуют на сегодняшний день, они понятны нашей торговой сети. От этой конференции я бы хотела получить понимание тех новых технологий, в которые мы идем дальше совместно, те технологии, которые мы планируем внедрять у всех участников «Хороший выбор», плюс познакомиться с партнерами по торговой сети и провести ряд встреч с казахскими производителями. Насколько интересен казахский рынок для вашего ритейла? На сегодняшний день это растущий сегмент, так как казахские товары, они славятся своей натуральностью, а если говорить про стратегию, в том числе нашей торговой сети, это развитие категории товаров для здорового образа жизни, натуральный состав, то есть это востребовано нашим покупателям, поэтому я думаю, что здесь есть потенциал. Как развивается ритейл на вашем конкретном примере в связи с усилением конкуренции? На сегодняшний день торговая сеть «Елисей» – это 26 магазинов в городе Екатеринбург. Если говорить про региональные сети в нашем городе, это достаточно крупный город России, да, это город-миллионник, то буквально 2 года назад у нас было на 5 региональных сетей больше, чем сейчас. То есть за 2 года мы потеряли 5 своих союзников по ряду наших объединенных закупочных усилий. И сейчас это буквально 3-4 сети во всем городе. Все остальное – это X5, «Магнит». Ну, для примера, рядом с каждым магазином торговой сети «Елисей» расположены по одному, а то и по 2 магазина «Пятерочки». И обязательно расположен магазин «Красное и белое». И такой вопрос, насколько важно проводить такие конференции? Ну, я считаю, это крайне важно для особенно коммерческих подразделений, всех торговых сетей, участников и неучастников объединения, для того, чтобы быть открытыми друг к другу, для того, чтобы понимать, куда движется рынок, и для того, чтобы успевать меняться.